Значит, на сегодняшний день мы уже одну улицу отремонтировали, это улица Орлова, то есть можно уже проехать на место и посмотреть. Значит, на текущий момент работаем мы на улице Всесоюзной, там ведутся работы. Значит, на сегодняшний день установили борт, значит, сняли верхний слой, проводим работы по выравнивающему слою, ремонтируем ливнеприемники. Значит, затем вышли мы на улицу Шоссейная. На сегодняшний день тоже там отработали мы по выравниваемому слою. С сегодняшнего дня укладываем уже верхний слой. Одни из основных работ ведутся вот на данном участке дороги. Дорога достаточно проблематичная. Значит, потребовалась здесь кропотливая работа по расчистке. Все мы знаем, что здесь основание — это плиты авиационные. Значит, поэтому приходилось нам здесь чистить и фрезой, и погрузчиками. Значит, полный участок мы этот очистили. На сегодняшний день данный участок мы вот от Шарлыцкого шоссе до переезда Также сегодня мы приступили к работам по улице Гагарина, демонтаж бортового камня. Прекрасно понимаем, протяженность очень большая. То есть до выхода из города мы в этом году планируем полностью уличную дорожную сеть привести в порядок. То есть это улица Гагарина, Чкалова, полностью вся протяженность будет отремонтирована. Также работы ведутся на улице Автоматика. Значит, фрезерование, подготовка, выравнивающий слой — это то, что планируется на ближайшие там полторы-две недели. Средств всего в целом у нас 759 миллионов на дорожную деятельность в текущем году, то, что касается по городу Оренбургу. В целом по агломерации это 730 миллионов, плюс 730 миллионов – это регионы, город, ну, это в совокупности. Вот, также уже у нас и, значит, областные структуры вышли на работу, вы все видели, это по Загородному шоссе. Поэтому в тех рамках выделенных средств мы работаем. Вообще, в целом, мы планируем закончить это до 1 сентября. Это основные объемы. Мы хотим успеть закончить в учебном году.